Всем доброго времени суток, мои дорогие подписчики. С вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я только рассказываю, где я зарабатываю, куда лично инвестирую. Решение, конечно же, каждый принимает сам. Я вам сейчас расскажу, как зарабатывать абсолютно без вложений, без никаких рисков. Вложений для этого никаких не нужно. От 200 до 500 долларов в день. Без вложений, без рисков. Еще раз повторюсь, никаких не нужно. Рисков, вложений, только ваше время. Только если какие-то форс-мажорные обстоятельства, то, конечно же, вы, потеряете свое время. Если вам это не интересно, если вам интересно зарабатывать там по 5, по 10 рублей в день, какие-то там буксы, где-то кликать, закрывайте это видео и все. Я сейчас говорю о проекте Киберкор. Конечно, если у вас есть свободные деньги, с вложениями тут можно заработать гораздо больше. Я сейчас говорю, почему об этом проекте. Сейчас нет проектов, видим то, что делается сейчас на рынке. И на этом проекте можно очень неплохо заработать именно без вложений. Сейчас будем акцент ставить именно на этом. Я, конечно же, сюда вложил. Я вложил сюда пока что 100 долларов, потому что я буду зарабатывать тут и без вложений, и с вложениями. Что для этого нужно сделать? Просто зарегистрироваться в этом проекте. Неважно, будете вы тут пополнять, зарабатывать. Регистрация тут 2 минуты. Вот, многого вы не потеряете. Как зарегистрировались в этом проекте, дальше у себя на страничке выложить то, что появился вот такой-то заработок у себя там ВКонтакте, в любых социальных сетях. Из каждого партнера вам будет начисляться 5% реферальная программа. Допустим, человек заходит на 100 долларов, 5 долларов вы сразу получили. Таких пригласили, к примеру, человек 10. 10 человек всего. Те 10, в свою очередь, еще там пригласили, к примеру, 100 человек. У вас уже 100 человек по второй линии, это 2%. И со 100 человек, допустим, там по 100 долларов, с 10 тысяч долларов, это у вас сколько? 200 долларов. Как бы за день это несложно пригласить там 10 человек. Это даже что касается без вложений. Вот, если рассматривать как вариант для инвестиций, конечно, есть риски, мы понимаем, это все хайп, и сколько они будут работать, никто не знает. Вот, но тут админ, я думаю, вы догадались, кто тут админ, по скрипту мне уже писали, все знают, что тут админ топовый, он давал очень-очень много кругов, он очень долго работал, с таким маркетингом он может работать и несколько, я думаю, месяцев, даже и Новый год может пережить. Тарифы, смотрите, 3% на 5 дней. Я думаю, я все-таки, по моему мнению, я думаю, эта тема будет работать очень долго, может даже и до следующего лета доработает. Потому что, проценты тут небольшие. Если он в фастах давал огромный профит, то тут спокойно можно с такими процентами работать там до следующего лета. Вот, видите, тут всего лишь 15% за 5 дней. Вот этот тариф у нас 105% через 3 дня. Допустим, вложите 100 долларов, 105 долларов через 3 дня. И, к примеру, если там были 110-120% работали 10 дней, то тут месяц, я думаю, это как минимум будет работать. Вот, партнерам, конечно, будут нравиться, они будут усиливаться, будут там кто-то 1000, кто-то 2000 долларов закинет, вам постоянно капает ревка. С реинвеста тоже ревка капает. Плюс, еще не забывайте то, что партнерская программа, еще и 5, 2 и 1, 1, даже с 3, с 4 линии вам тоже идут начисления. Расти есть куда, тарифы еще не все открытые, видим, тут есть куда расти, есть куда развиваться, есть куда двигаться, поэтому я думаю, что проект надолго очень настроен. Это мое только мнение. Конечно, есть риски, это все хайпы, нельзя там залазить в кредиты и прочее. Давайте произведем выплату. Я только рассказываю, где зарабатываю. Я еще раз говорю, ни в коем случае не рекламирую этот проект, как-то там что-то вам навязываю. Я просто рассказываю, есть возможности. А дальше вы, конечно же, сами. Давайте мы сейчас 3 доллара выведем. Давайте. Выплаты здесь инстантом. Смотрите, вот как четенько. Вот, написано то, что paid. Давайте зайдем на свой Tron Link, проверим. Если что, я вчера все обналичил. Выводить можно как на банковскую карточку, так и на криптовалюту. Расскажу, как вывести на банковскую карточку или на Kiwi кошелек. Вот, кстати, вот эти 3 доллара, вот они пришли. Как вывести на банковскую карточку или кошелек? Да все просто. Устанавливайте Payeer, если у вас нету Payeer. И в Payeer есть такая фишка USDT TRC20. Конечно, лучше пользоваться Tron Link. Если вы совсем новичок там и хотите раньше пользовались Kiwi картами, то в Payeer есть вот этот вот USDT TRC20. И дальше вы с Payeer выводите на карту, хоть на Kiwi, хоть на Perfect, на любую валюту. Вот так, смотрите, вот 3 доллара мне пришло.
Вот, и платит моментально, то есть вы заказали денежку, она сразу же поступила. Вот так вот я начинаю зарабатывать. Ну и благодаря партнерам я буду постоянно делать ролики, рассказывать. Я думаю, тут мои доходы будут там по 200, по 500 баксов в день. Я на прошлом проекте у этого админа очень хорошо заработал. Что-то в районе 1000 баксов. Это чисто партнерка. Поэтому я думаю, что и тут тоже все возможно. Конечно, тут не так быстро, я думаю, будет, как там. Потому что проценты поменьше. Тут у меня с партнерами пока что не очень так хорошо, как раньше было, потому что чем меньше процент, тем сложнее с партнерами. Вот, но будем стараться, будем расти. Побольше профита, побольше иксов, никогда не забывайте о рисках и до новых встреч.